Все мои предки воины защищали отечество от фашизма, так говорит сургутянин Денис с позывным «Метеор». Он военный пенсионер, но как только началась спецоперация, потомственный военный одним из первых записался в добровольцы. Как опыт армейской службы помогает земляку на первой линии фронта и почему врагу не сломить наших парней? Все подробности в новом выпуске спецпроекта «Разговор на передовой» с Эдуардом Басуриным. Смотрите на телеканале «Югра» завтра, 12 июля, ровно в полдень. Также программа выйдет в телеграм-канале «Югра Солдату». Понимаете, у меня как бы по отцовской линии все войны, можно сказать, так, наверное. Прадед погиб в Сталинграде. Мой дед в 43-м году пошел воевать, на Курскую дугу попал. Вот. Его родной брат, деда, тоже погиб на этой войне. И все это было против фашизма. Поэтому, когда это все объявили, я просто каждый день приходил с работы, смотрел новости. Вот. И понимал, что мое место не здесь, а мое место там.